Народ, всем привет! Сегодня у нас на обзоре. Та-да! Это, короче, острые, новые острые наггетсы из Макдака. Ценник за 9 штук 99 рублей. Вот такой они коробки. Кстати, упаковка Макдака теперь стала что-то яркая какая-то. Ну, в любом случае, красный цвет. Короче, ух ты, выглядят они вот так вот. Ух, пахнут. Ну, чуть менее аппетитнее, чем те, потому что те, которые я до этого хавал, я, так сказать, их открыл и прям пошло. Вот, место действия Питер, забыл сказать. Вот, что тут, 9 штук, да, 9 штук. Уже это радует. Короче, в рекламе у нас был, по-моему, сырный соус, но у меня есть вот такой. И есть кетчубом. Сейчас попробуем их просто. Я опишу ощущения. Короче, поначалу, ну, когда я их попробовал, вроде то же самое. А потом, по сути, это наггетсы с черным перцем. Больше я тут ничего не чувствую. Тут, походу, есть вкрапление этого перца. Ну-ка, фокус. Оп. Вот эти черные горошки, это походу перец черный. На этом, в принципе, все изменения. Тут еще что-то какая-то херня. Не знаю, чтобы это не было. Ну, понятно, короче, что их с этим соусом показывали. Сейчас я, кстати, работаю над своими ошибками. В прошлый раз я их хавал. На каждый соус наносил. Ну, в общем, ребят, фигня. Самый удобный соус – это соус в коробочке. Почему? Потому что в него можно макнуть. И ну, ничего так с сырным соусом. Но по мне, классически интереснее. Это так, ну, на любителя. Они реально острые. Потом будет пукан гореть. Острые они, ну, тупо из-за перца, но тут видно, что там какие-то красные капления, вкрапления, черные. Красный, не знаю, что это, наверное, бяка. Черный перец. Человек доем. Ну вот, короче, ребят, что я скажу. Реально на любителя. Они реально острые. Ну, как острые. В них просто дохрена перца. Кто любит перец, вот самое оно. А так, ну вот, лично мое мнение такое, что старые наггетсы были круче. Они как бы, что я не знаю, как будто вкуснее, реально вкуснее. У них и, ну, запах получше и, короче, они реально вкуснее, вот и все. Это чисто мое мнение. Интересно, что скажут другие. Вот. За всем, так сказать, всем спасибо. До новых встреч. Короче, я уже собрался уходить, и тут, ну, закрыл эту коробочку. И вот у нас тут состав. Наггетсы куриные острые. Приготовленное фритюрное масло, растительное, фритюрное. Интересно, какое же это масло? Растительное, фритюрное. Аллергены, глютен, сельдерей. Тут сельдерей есть. Что-то я с трудом это верю, что тут есть сельдерей. Пиздец, эти распиздяи даже не списали состав. Тут реально черный перец есть. Может, это, конечно, сельдерей, но это черный перец. И тут его нету в составе. Масса 162 грамма. Ну, тут я, короче, лоханулся. Надо было их завесить, как я это обычно делаю. Белки, углеводы, тролля-то поля, срок годности и условия хранения 24 часа при 4 или час при ниже 65 наименований. Старое время. Изготовленное упаковано в предлагаемом чеке. Ну, короче, за сим все.
Пиздец, но они ебантяи, вот реально ебантяи. Тут реально черный перец есть стопудово. И они это не написали. Еще народ, я спросил у маман, что такое сельдерей. Короче, она сказала, что это зелень типа петрушки. Но она не острая. Но я спросил ее, она похожа типа на черный перец. Не-не-не, вообще никак. Так что состав Макдаки не дописали. Так же, как и аллергены, черный перец, я думаю, это аллерген, наверное. Ладно, засим точно уже все.